Здравствуйте, дамы и господа. Сегодня будет очередной привет в сторону давно несуществующего совка. От поэта, псевдоним которой звучит как Черубина де Габриак. Весь лед души обстал вокруг, как отраженная ограда. И там совпал полярный круг с кругами ада. Там брата ненавидит брат, в немом молчании стынут души, а тех, кто обращен назад, змеей воспоминания душит. И громоздятся глыбы льда, но кротко над вратами ада неугасимую лампадой горит полярная звезда. Всем спасибо за внимание.